общая остановка станция метро Новогиреево. Уважаемые пассажиры, в случае обнаружения подозрительных или бесхозных вещей в подвижном составе, не прикасайтесь к ним, незамедлительно сообщайте водителю. Thank you.
Ясно, добре. Мартена скрывается. Пожалуйста, приложите ваш билет в безлимитную или социальную карту в навигатору. Что на навигаторе загорелся зеленым сигналом. Помните, ваша поездка за страну на только предплощенном районе. Остановка Мартеновская улица. Следующая остановка Новогиреевская улица, дом 37. Уважаемые пассажиры, ожидая трамвай, не стойте близко к краю тротуара. Следующая остановка Перово поле, мемориал воинам-афганцам. Уважаемые пассажиры, напоминаем, что в избежание травм пассажирам необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении трамвая от остановки. Остановка Федеративный проспект. Во избежание травм держитесь за поручни. Остановка улица Металлургов. Уважаемые пассажиры, при переходе
ходе проезжей части пользуйтесь пешеходными переходами. Не переходите дорогу перед близко идущим транспортом. Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора. Детей держите за руку.
Следующая остановка кинотеатр «Слава». Следующая остановка – главная аллея. По требованию остановка производится только при наличии пассажиров на остановочном пункте или при получении сигнала от пассажира. Для подачи сигнала водителю нажмите кнопку «На получение». Остановка – главная аллея. Следующая остановка – улица Плеханова. Во избежание травм держитесь за поручни. Уважаемые пассажиры, в случае обнаружения подозрительных или бесхозных вещей в подвижном составе, не прикасаясь к ним, незамедлительно сообщайте водителю. Следующая остановка – станция шоссе энтузиастов. Уважаемые пассажиры, наземный транспорт Москвы работает без турникетов. Вход во все двери. Для оплаты проезда приложите ваш проездной документ к валидатору. Спасибо. Желаем приятной поездки. Станция шоссе энтузиастов.
Движение трамвая, держитесь за поручня. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам, что в трамвае ведется видеонаблюдение. В случае совершения акта вандализма и других противоправных действий, видеозапись передается в правоохранительные органы. Thank you.
Следующая остановка – проспект Буденного, дом 24. Во избежание травм держитесь за поручни. Следующая остановка – 8-я улица Соколиной горы. Уважаемые пассажиры, напоминаю, что во избежание травм пассажирам необходимо держаться за поручни. Уважаемые пассажиры, при переходе проезжей части пользуйтесь пешеходными переходами. Не переходите дорогу перед близко идущим транспортом. Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора. Детей держите за руку. Следующая остановка – стадион «Крылья Советов».
крылья советов. Следующая остановка – Кирпичная улица. Во избежание травм держитесь за поручни. Следующая остановка – станция метро Семеновская. Уважаемые пассажиры, в случае обнаружения подозрительных или бесхозных вещей в подвижном составе, не прикасаясь к ним, незамедлительно сообщайте водителю.